Там рейди прям все пьяные, включая Эрла, вообще в жопу, говорит, как будто пришел на дружескую попойку. Нормально. Я хочу к ним в рейд, можно? Так сходи с этим, с Эрлом. А, с Эрлом? Блять, вот скажи честно, Бибок, ты делал вот так, потроллить или что? Это не. Так он же... Кидал, что он? Тут плохое сделал. Ну вообще да, он много кого кидал, он много плохого сделал. Он сейчас это выяснит потом. Пиздец, ты нахуй инспектор. Гаджет, блядь. Кого ты выясняешь? Я самое тупое, что можно было придумать, это инспектор гаджет. Как он там называл, блядь? Окей гаджет или бля, сука, не помню. Гаджет, гаджет ботинки, гаджет пружины. Дети, у нас одинаковые скрабки, гадс. Хорош. Гаджет Холли Пал, гаджет вспышка света. Мне, короче, брат смотрел, ему нравился этот, ну, мультик, блядь. А я смотрел, меня бесил прям, ну, ёбану, чё за хуйню сняли, блядь. А потом оказалось, что Войт в главной роли, да, нахуй? Я фильм видел, там еще актер такой, ну, милашка такая был, блядь. Да, но я всегда знал, что ты гей. Там, короче, ну, фильм такой, знаешь, тоже... Да, да, Джерри он снимался, главный роль был. Там фильм меня тоже не впечатлил, ну, хуйня, короче. Да он же потому что для детей, блин, от 6 лет, конечно. Я думал... Как раз для войн. Я думал, такой детям нельзя. Моя психика повредилась после этого. Ты чё? Ну, после просмотра фильма «Гаджет», «Инспектор Гаджет». Даже когда порно, наверное, увидел, блядь, не такое удивление, да, было? Маковский, ты не занят? Прежде чем порно смотреть, я посмотрел «Остин Пауэрс». Подращил на его грудь волосатую? Не. Ну, я, кстати, пробовал такую же сделать себе. К чем маркером, блядь? Не-не, стрим. Ой, перед зеркалом стоит маркер, а себе грудь хуяет. Хочу быть как Остин Пауэрс и как Анар, блядь. А ты видел, как он это... Какой же в первой серии там? Я не знаю, какие там серии, короче, были там. Он, типа, разбудили его, типа, после спячки, после этой заморозки, блядь. И он, короче, пошел ссать, короче. Ну и ссал. Я что-то давно не смотрел, я уже не помню, что там даже. Я помню, что у него грудь волосатая, и он баб клеить умел хорошо. Сброс накоплений. Там такие... Блядь, обычно со стояком, блядь, смотрелся. Блять, Анар, ты, по-моему, все со стояком смоешь. Увидишь овцу, блядь, хуяк стояк. Вот, блядь, у черных это так принято. Ладно, без обид, братан. Блядь, у нас в Бруклине, блядь, всякой хуйни, конечно, хватает. Черных я имею в виду, блядь, не афро американцев, а афро, блядь, хачанцев. Еще, пацаны, а вот мы когда в школе учились, еще телефоны только появились с камерами. Мне, короче, это, одноклассник приходит, говорит... Че его отжали сразу, давай? Не-не-не, он говорит, я, говорит, вчера видео смотрел, там это, негры, говорит, в Америке хуярятся. Нихуя себе, говорит, они хуярятся. Я тут на днях, короче, открываю, ну, драки там, что-то бои, смотрю... Блядь, это, конечно, не смешно, пиздец, но я почему-то смеюсь, я не знаю, нахуй. Нет, ну просто, вы видели, как негры хуярятся? Негры хуярятся, блядь. Вы задумались, что в гильдии вы можете задеть чьи-то чувства? Чьи? Твои, блядь? Так у вас нет... У нас что, негры есть, блядь? Что? Баба, короче... Чего вы выбираете, я не понимаю? Ну, негры... Да хуй, да. А у тебя в Новосибирске негры есть? Да, это, слышишь, дудутипка, это знаешь, как типа у рыжих нет души, а тут у хачей нет чувств, блядь. Я с негром разговаривал из Камеруна, короче. Это столик. Он любил футбол. А кто сверху был? Блядь, хватит темнокожих неграми называть. Ну,
Блять, ну а как их еще называть? Афроамериканцы? Войдами. Африканцы? По-клонски, пуляй босса. Как дайте, них... пожалуйста, кулак варам. У них раса негроидная, блять, как их называть? Войда Даркстарсовцы. Простите, как правильно негров называть? Я, кстати, когда нет. говорил, ну ни одного слова, ну, с темным цветом. Не я, знаешь, как надо называть, короче, блять, этот нахуй, Бородинский, вот. Бородинский. Просто, блять, что-то кушать захотелось. Они не шарят. Слышь, ты не будешь Бородинским называть, чтобы он не обиделся, да? Да-да-да, ну типа, знаешь, русский поймет, о чем, ну типа, я говорю, а он нихуя. А ты ему начинаешь, короче, про Бородино рассказывать, нахуй, он такой, о, ебать, хуя ты меня уважаешь. Такой, ничего, чувак, он на английском говорил, тоже на английском с ним говорил. И что ты ему сказал, блядь, fuck my ass, блядь? Или что? Больше слов и не знает, да? My name is Void, у меня есть три вара. No, my name is Void. I have three wars. I'm долблюсь в жопу с Джерриором. Дурачок, да? Замутили. Ну, довольно. Да. Зря посмеялись бы. Я вам не объяснил просто про это. Паша Техник. Паша Техник. Hello, Peters and Pussies. Слышишь, включаю просто видео драки там что-то. И, короче, толстая, большая, высокая негритоска, короче, ну, негритянка. Говорит, спрашивает у маленькой низкой белой девушки. Who you call a nigga? You call me a nigga? И что-то спрашивает несколько раз. Что-то сказал, ну да, типа, как ёбнул я, блядь, с кулака, пиздец, та упал. Вот, кстати, интересно. А ты говоришь, блядь, не крой ты раз. Так, давайте разберем танков. Поклонский первый. Босса Поклонский. Диплом первую копию, WhatsApp вторую. Идите пуляйте. Сдайте еще приставку. Если при афроамериканце сказать негодяй, ему послышится, что ты говоришь убийца негров? Да, конечно, послышится. Бля, он сможет на тебя заяву написать? Негодяй. Там скандал был. Нигеры прикольные, ребята. Из-за таких вот людей на телевидении скандалы возникают. Они такие, ну нигеры они забавные. А потом, блядь, скандалы на почве расизма. А потом Войда смотришь, короче, ну, смотришь фильм с Войдом, где он такой сидит на диване, и там 10 негров за спиной. Бля, не смешно, что ли, нахуй? Охуели? Смотрели, я тут старался. Вообще расслабились. Джимом Керри, где, короче, у него дети негры были, видели такое? Не, чё за фильм? Да. Как называется, я забыл. Да, смотрите, копию, диплом упал. Да, я сейчас, я и рэп. Да, раздвоение личности. Это нормальная комедия. Нет, вообще на самом деле у нигеров комедии смешные, бля, я так угораю с них. Особенно негрозивному централу. Да, мне еще этот нравится. Мойка прикольный, Белая ворона тоже классный. Это все хуйня, бриллиантовый полицейский топ-фильм. Не, без чувств вообще четких. Без чувств такое все, ну, как Южный Централ. Майор Пэйн, вот нормально. Здорово, шары бильярдные, блядь. Сука, ты майор Пэйн? Чё за шары бильярдные? Ну он их побрил, этих детей, говорит, смотрит на них, здорово, говорит, шары бильярдные, блядь. Не, ну паровозик вообще имба, но... Сказка про паровозик. Который... Подожди, это чё, этот, блядь, как он нахуй? Чё, бля, как фильм называется? Пэйн, нахуй? Майор Пэйн, да. Нас убивали
где при чем тут башке а мои? Причем тут Джим Керри ты вообще? Слышишь, Войд? Причем тут Джим Керри? Ну вы же про нигеров говорили. Про комедии. А причем, блядь, так Джим Керри это ж не нигер, блядь, вы че нахуй? Да Джим Керри уже давно был. Джим Керри нахуй, это Айс Вентура, вы че, блядь? Так ты не видел фильм. Я еще раз, я и Ирен. Так подожди, при чем тут сейчас, я не знаю, майор Пейн и, бля, я, короче, что-то не понял. Там похоже. У него в фильме были дети, негры, там трое было, они вообще отпадли. Да, так это другой фильм. Ну я еще раз, я и Ирен, это называется. Понятно. Я просто думал, вы что-то сначала про это говорите, потом как на майор Пейна перескочили, блядь. Мы уже успели поменять тему. Я понял. Не знаешь, какой самый момент больше нравится в майоре Пейне, блядь? Где он сидит на станции и мечтает, когда поезд ждет, как он там этот гриль что-то жарит, там, блядь, этот бандит идет, он хуяк, блядь, бассейн наебал, блядь. Где майор, в толчке майор? Как твоя фамилия? Шекспир Уильямс? Или собака ногу задери Уильямс? Бля, по-моему, это вообще самая тупая шутка на свете, нахуй. Не, ну, так себе, конечно. Эй, майор, я слышал, ты тут деток обижаешь. Вы опоздали. Рубиновое святилище. Мне, говорит, сейчас тебе ударят этой ногой. Да. Хуяк, сурки, мой балши. Говорит, а ты, говорит, ногой. Давайте забавши эту диплому. Диплом только падал. Напишите рука, на кого вы ролите. Так, чек нафиг. Вы напишите, кто-то за меня вводит на AirDrop. Не могу свернуть. Так. Вводит на хила. А то что-то диспайлить или нет? Сейчас, подожди. Пока мне друзья просятся в РК, что-то не могу понять. Зерной, где ты лучше хилишь? Гутербол, где ты лучше хилишь? То я забыл уже ваш скилл. Хорошо. Давай тогда козырной, банановый, Елараш тьму, Гутербол, калк, свет. Елараш диспелит тьму, свет диспелит кокосина. Soulfire, наверняка. Ты на кокосин. А чё? Ты хочешь, давай ты подиспелит. Soulfire на третьей фазе кинешь СС на калка. Кал, помнишь, что на третьей фазе делать вначале? Не двигаться, да, стоять, да, да. Хиливать танка светом небес. Четвертой пати остается добивать Голема. Гелд танчит свет, Поклонский танчит тьму. Чек на пул. Все остальное по команде. Ретрики распределили все ауры. ДК просто прокинчик. Все, начинай, Конский. Человек с часового. Философ, метку назад. Отошли в квадрат, метеор, побежали. Так, уже в рейде, отошли, короче, влево-вправо. Снимай сразу дух, Елараш, сними сразу дух. Бананова подымай, Елараша, калк метка. Так, встали, забафали Елараша, дали иннеры сразу ему все. Частицы нету. Калк, слышал? Частицы нет. Бутербол метка, отошли в квадрат, отошли от прямо босса, сейчас метеору. Убежали. Все бафы есть. Нормально. Так, философ, метку назад. Так.
По-клонски прожимайся, заходи сразу. Рейд зашли. Четвертый пати бьем череп. Косина взрывом разума бей. Так, когда можно заходить? Встали в квадрат, сейчас будет метеор вместе с лезвием. Метеор. Метка с лезвием. Так, смотрим. Философ, выноси внимательно. Не туда, правее, ты в лезвие несешь метку. Блин, блин, прожми. Дженнифер, назад метку. Дженнифер, метка. Дженнифер, очень медленно выносишь. Вы заливали, Венер? Да, заливали. 51. 51. 50. Калк, цвет небесного танка. Фаза пошла, смотрим, метку. Бананова, выноси назад метку. Все, выходим в портал. Встали в квадрат. Вот, ты волшебный огонь на голема, я на босса. СС накалка обнови. На это Soulfire. Дур, метка. Кокоси на диспель. Стали в квадрат, сейчас будет метеор. Метеор, побежали. Во тьме дали рост. РДД, играем в большого голема сейчас. Святого роста не было. Ну, Рексис, метку назад. Свету роста не было, это плохо. Или хорошо. Зачем ты сейчас дал рост на 40%? Молодец. Я просто голды. Так, а зачем сейчас давай? Играйте в трэш. Халена сейчас, вот сейчас мы стоим, просто не бьем Халена под ростом. Класс. Лосов метку назад, банановая метка. Все, играйте в бой этого Халена, встали в квадрат. Так, побежали метеор. Так, философ, метку назад, захильте философа, 50%. Кокосина, давай гимн на ману. Бутербол, ставь тотем прилива. Играйте в большого голема. Кокосина, спела гимн? Да. Что-то маны у тебя нет. Вообще панка. Вот, метка. Вы бьете взрывом разума? У меня не отображается. Давайте, встали в квадрат. Прибежали. Ой, блядь. Так, Иннер и Гутербову залили, откидешилось все. Так. Дженнифер, подымешь мага. Что такое? Хорош. Вставай, маг. Дал гимн во тьме. Играем большого голема. Забафали мага. Пристабаф еще и каску помогу. Диплом каску помогу. Играем большого голема. На Рексис метку назад, красава, гимн отхил, дай. Короче, отойдите, гимн отхил, дайте, гимн отхил. Встанешь? Есть БР. Побежали, метеор, оббегайте. Оббегайте, оббегайте. Диплом сакру прожми. Встали в сову, короче, сейчас. Бутербол метка. Давайте гимн отхил, играйте большого голема. Большого голема. Дима, стопните. Войд, подымай. Подымай, короче, по-моему. Не-не-не. Кто это испалил метку сейчас? Это было на Нерексисе. Метка есть? Покажите диспел, я кину ГП. Сколько еще таких героев? Че, это Локи ставил сейчас метку? Че? Че это был диспел только что? Локовский? Ну, наверное, Валерий.
Да нет, он пишет, что он сам. Это он спалился. Не пишет в аккаунте. Дайте я скажу Калку. Калк, ты пока второй хил не выйдет и не будет хилить с тобой, ты только хилишь. Ты не китаешь правосудие в босса, там не вешаешь ничего. Стоял все чисто без хила, блин, чуть не сдох, пока там правосудие ты не просто далеко босса. Отбежал, я не доставал. Нет, я тебе про то, что правосудие на босса не надо кидать. Ты хилишь без бафа своего на скорость каста. Ты меня уронишь, если он ударит по мне два раза. Пока ты кинул правосудие, у тебя ГКД идет. Все правильно. Кушайте рыбу. Чек на баф. Так, банановая БРКД. Кого еще КД? У меня КД. Вот. Так, сколько берса у Кальма? 8 минут? Да. Да. Банановый готов. Каски нету. Ретро, раздавай каску. Все, я понял тебя. Дали каску? Не. Дали, все, заходите за линию. Другим классам каска не нужна, типа магов и лок. Судя по всему, нет. Маги, у вас есть каска. Локу сейчас дам. Soulfire не надо. Подтверждает без каски. Все, все готовы. Начинай. Семенот Бэр это плохо. Так, метки не было. А вот теперь метка. Банановая выноси. Отошли от босса метеор. Бежали. Далеко, наверное, падает. Да, банановый был. Следите за трэшем. Сейчас будет быстро идти на нас. Даю метка. Аут. Отошли от босса метеор. Побежали. Так. Нормально уже. Так, философ, метка. Ну. Там сразу заходи, рейд заходим, череп играем. На Рексис. Скажите, когда можно зайти. Заходите. Все зашли, инеры. Инеры козырю заливаем. 13 тысяч. Встали в квадрат, сейчас лезвие с меткой будет. Мелораж, нанеси метку. Пицца приехала. Угу.
Так, он за отметку. Длань по себе дай. Так, лезвие. Сейчас будет переход. Надо стопать и пока по боссам уже поздно, ладно. Иди метку, подожди. Сейчас будет метка, смотрим. Ретри, выноси метку. Все, вышли в свет. Вышли в свет. Встали в квадрат. Дали в свету рост. Так, воет метка назад. Элвин, метка. Так, метеор, побежали. Во тьме дали рост. Так, метка. Все, РДД, большого голема сыграли, милики мелкий трэш. Козырной, метка. Блин, сейчас поставлю метку опять. Сместились в квадрат опять. Алену пока не бьем, добиваем мелкий трэш, как Осина метка. Бейте взрывом разума, не вижу бафа. Банановая метка, встали опять в квадрат, сейчас метеор будет. Метеор, побежали. Так, опять Алену не бьем, ждем. Уже в рейте, что-то внимательно. Soulfire, выноси метку. Все играем большого голема. Так, Dispel, Soulfire, Джейрион, что ты там делаешь? Не стрял. Что-то я затыкал. Я с Dispel'ем, короче. Слятина, назад метку. Dispel. Так, Халена, больше урона. Встали в квадрат. Бежали метеор. Надо давать каплю на БДК или нет? Нет. Бутербол, выноси метку. Один хил хилит. Играем большого голема. Калк, отойди подальше, трэш, умрешь. Так, инеры откадешились. И заливаем Бутерболу. Дал гимн на ману во тьме. Косин, давай гимн на ману, Бутербол, ставь тотем, Soulfire, метка, встали в квадрат, добейте мелкий трэш. Блин, ну опять надо диспелить, ё-моё, что ты не диспелишь? Побежали. Soulfire, захильте, Soulfire, беги быстрей. Так, встали в квадрат. Сыграли опять большого голема, крауд, метка. Бейте только трэш. Все, бьем Халена, крауд метку, ставлю квадрат. Самогон, метка, метеор, смотрим. Метеор, бежали. Убиваем. Стоп, стоп. Нет, не бейте. Не бейте Халена, ждем трэш. Минелтер, метка. Не бейте Халена, добейте трэш, потом босса добьем. Банановая метка. Непон, метка. Кольцо льда магин. Ну, диспель, диплом, сейчас сам себя не можешь диспелить. Прожмись. Ну отказывайтесь от лута тогда. Забыл поставить. Мой господин, этот мир сгинет в огне. Давайте быстрее отказывайтесь. Тапки Сойла, не мне надо, да это кому-то еще надо будет. Может сразу ХП давать. Сейчас, подожди. Так. На милика кольцо. Надо кому-то? Титанэн хоролишь? Ага.
Эпсол. Где ты? Тред. Так, лицо на хила. На оф. Да, кот, конечно, слабенький. Кто это вообще? Кто слабый? Кот. Слушайте, это Дженнифер был у нас в гильдии раньше, или он в кнутах был? Ты чё, кот 6.5, который не передамажил ну, да, с ФП? Жесть, фу. Ничего не угадал. Что с РС лучше дамажит за кота? Может, у него там таланты, размах не вкачанный, посмотри. Да какая разница, даже если не вкачанный? Ну, да я в мат не играл лишь. Не разыграл. А в какой гильдии был? В кнутах, что ли, или где? В войдах. Я был в этой гильдии, потом ушел на год. Да, лето год. Че, пойдем какой-нибудь там игрока? Сейчас еще одну раз пойдем. Может лучше ВВК уже. Да не, РС-чику еще одну можно. А потом ВВК на дань без медали. Поздно. А потом уже и целка можно.